Любовь Рукавишникова уже 7 лет занимается созданием одежды. Сначала для себя, потом для маленькой дочки. Постепенно хобби переросло в личное дело. Уже не первый год Любовь участвует в выставке-продаже «Сделано в Самаре», поскольку это помогает в реализации продукции. А здесь получается прямое общение уже с потребителем, да? И возможности показать, рассказать, пощупать, померить, потрогать и познакомиться напрямую с производителем. Пообщалась с предпринимателями и оценила местную продукцию глава города Елена Лапушкина. В этом году выставка-продажа «Сделано в Самаре» состоялась в юбилейный 10-й раз. Ее проводит городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли, чтобы поддержать местный бизнес. Развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетной задачей для Самары. В городе реализуется программа поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках этой программы оказывается поддержка консультационная, имущественная, грантовая. В том числе мы проводим подобные выставки. Они очень серьезно помогают бизнесу, и работу в этом плане мы, безусловно, продолжим. На выставке представили сувениры, косметику, одежду и, конечно, продукты питания, которые производят местные кондитеры, производители мясной продукции, сыровары. Понимаете, это такое имиджевое такое мероприятие, да, сделано в Самаре. Я считаю, что те люди, которые производят в Самаре, они должны показывать, и люди приходят и видят, что реально такие есть производства, да, мы не перекупы, ни что, мы все делаем сами. Мало того, мы делаем из молока своих коров и коз, у нас своя ферма. Одно из важных направлений – продвижение самарских брендов для гостей города. Ирина Светлакова работает с молодыми талантливыми мастерами, чтобы помочь им выйти на рынок, сделать самарскую продукцию узнаваемой. Одна из новинок – сувенирная модель памятника князю Засекину. Молодые ребята очень талантливые. Мы попросили разработать данную модель в течение недели. Ну, чуть-чуть побольше. Они ее разработали и представили нам на выставку. Я люблю очень свою работу, и поэтому мы с любовью делаем свои сувениры. Ежегодно выставку «Сделано в Самаре» проводят в День города на площади Куйбышева, чтобы у жителей города была возможность приобрести местные товары. Пришли прогуляться по городу, по площади Куйбышева, своей любимой. Здесь всю жизнь живу, родилась здесь и по сей день. Пришли бабушке подарок купить. Сегодня Натальин день, 8 сентября. В этом году свою продукцию на выставке представили 50 предпринимателей в крытом павильоне и 20 в торговых рядах на открытом воздухе. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.